Как Елене Шпаковой удалось отстоять право на строительство шоколадной фабрики в Куйбышеве? Какие вопросы можно было решить с помощью продукции шоколадки? И в чем секрет необыкновенного вкуса куйбышевских конфет? Мы привыкли, что мы были всегда лучше, что у нас лучше все было. И вот даже не могли представить, чтобы у нас было хуже где-то такого. Вот никогда. Но если министр спрашивает, ну слушай, ты скажи, ну что же, почему же у вас вот лучше шоколад, например, чем в Москве? Мы все делаем так же, как и другие, только еще кусочек души. Смотрите программу, посвященную юбилею первого директора шоколадной фабрики России Елене Шпаковой 18 марта в 19:30.